рубрика «Куди піти?» І сьогодні я завітала до французького ресторану «Бельведере». Тут є одна особливість, що власник ресторану запрошує сам особисто. Ходімо. Bonjour. Bonjour. Mes hommages, mademoiselle. Je suis très heureux de vous accueillir au restaurant français Belvedere. Bienvenue. Жильбе зараз нас познайомить з менеджером і проведе нам екскурсію по ресторану. Je vous présente Alexis, qui est mon manager. Bonjour. Et je vous laisse avec Alexis pour qu'il vous présente le restaurant. Merci. Merci. У ресторані Бельведере я відчуваю себе француженкою. Я у Франції. Яка концепція вашого закладу? Концепція даного заведення построєна на тому, що це французький ресторан з французом внутрі. Многие задають вопрос, що таке з французом внутрі. Во-первых, хозяин данного ресторана является настоящим французом. Вся идея и весь процесс работы и принципы работы построены на понятиях жителя Франции. Во-вторых, как вы сами убедились и увидели, он постоянно есть в ресторане. Он всегда встречает гостей, всегда с ними общается и всегда интересуется их мнением. Кто разрабатывал ваше меню, чтобы оно было смачное, гарное и можно было скуштовать? Автором нашего меню является непосредственно наш хозяин, это Пере Жильбер. Но на кухне работают наши украинские повара. Мы сейчас идем на кухню, чтобы подивитися, что там происходит. Я вам представлю шефа нашей кухни, ее зовут Алла. Она вам с большим удовольствием расскажет и покажет, что мы будем сегодня делать. Алла, расскажи, что ты сегодня будешь нам готовить? Сегодня мы будем готовить фруктовый кошик из свежих фруктов. Мы дивимось, насолоджуємось. Чуй смак Франції у французькому ресторані Бельведере, а це рубрика «Куди піти?».